Чистый воздух важнее конкуренции. Два из вечных соперника на рынке авиаиндустрии – Airbus и Boeing – во вторник смогли согласовать в Женеве пакет мер по снижению уровня загрязнения окружающей среды при использовании воздушного транспорта. Представитель Airbus отметил, что впервые сидел за одним столом с руководством конкурирующего Боинга. Идеологом соглашения выступила Всемирная торговая организация.